Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И нашел он там кольцо. Получил он там, сказал бы, что, но у нас детский контент. Скажите что-то, проверка звука. В лицо. Да не в лицо, я хотел что-то там пожестче сказать. Ну, ладно, и так сойдет. Там просто вариативная рифма, там можно было как-то по-другому продолжить. Никич, Никич, у кого-то писька на лбу выросла. Ха! Дорогисенький Блэй, добро пожаловать в новую серию снайперов на новой квартире... Старой. Новой старой квартиры двухлетней давности. Короче, снайперы, все в атаку, все в бой, прячемся и начинаем показывать свой скилл. Да. Ну, без такой традиции серия снайперов просто никуда. Короче, я честно не знаю, кто затащит в этой серии, потому что, ну, сами все прекрасно понимаете. Ох ты, Типа, новая серия, новая карта. Новая хата, мне очень непривычно, я играю с ноутбука, Кто затащит в этой серии? Как вы думаете, пацанцы и пацанессы? Мне почему-то кажется, то, что затащит Мьюшенция. А, Мия, ты как к такому относишься? Нет, не затащишь. Плохо не верить в себя, Мьюшенция. Ой! Получи, Алекс, секс, мы выжим. Нет, все, я тебе больше не буду помогать. Иди в зону. Ты шо? Кто там был? Короче, я... Подождите. Алекс Экспо убил Константина Николаевича Петровичка, да? Да. Возможно, так это и было. Это сложная на самом деле тактика. Быть в здании — это очень коварно. Это коварно очень. Я не знаю, как. Ух ты, ядрёшкин, как я тебя на ходу застрелил, я сам не ожидал даже. Я знаю, где Мия, я знаю, Мия у нас, как обычно, в вертолете. Поэтому, смотрите, что мы делаем прямо сейчас. Я бегу к Мии в данную секунду, я бегу, разбегаюсь. Когда разбегаешься, это значит, что ты бежишь, если кто-то не знал. Я разбежался, я побежал. Если сейчас я знаю, что монстр где-то опять заныкался. Если монстр меня сейчас где-то в какой-то странной нычке убьет, монстр тебе не поздоровится. Хватит! Спасибо большое за печеньки, мне очень приятно, кто меня только что бросил печеньку. Кто это был? Хватит за мной бегать! А то я слышу шаги, и мне кажется, то, что кто-то меня сейчас закукошит. Это кто-то другой. Кто спалит, где находится Мия, тот просто... Давай, спали, давай. Давай, Алексей. Вы вроде были рядом. Она под мостом. Прекрасно, вот лучшее, что ты мог сказать за всю свою жизнь, Алекс Экспо. Там есть дерево. Слушай, ну это все. Я понял, где ты, Мия. Лучше бы ты, конечно, оттуда убегала, потому что все, Алекс Экспо уже все спалил на самом деле. Я потерялся. Мун, name hide. Name hide. Мун. Спасибо, Костянчик, то, что отвлек ее. А че я? Тогда я тебе фанка-поп не отдам. В смысле не отдашь? Алло. Ладно, отдам. Спасибо большое. А ничего то, что коробку я просрал. Спасибо. А ты что, офигел? Да блин, такая проблемка, она порвалась. Чё? Короче, тихо. Николай Петрович, качка. Я шандарахнулся. Спасибо большое тебе, Николай Петрович. Да уйдите, пожалуйста, ловишь передо мной стали. Да! Так, не надо меня убивать, А, все, не успели, ба-ба-ба-ба-ба. Первый раунд. Спасибо. Первый раунд я затащил. Хоть это было сложно, мне мешали, но. На подходе второй раунд. Ё-моё! Вот. Ну нормально. Вы мне дадите хотя бы слово в этом раунде сказать? Я еще даже не успел начать. Подождите, вы что, с ума сошли, а?
хорошо. Ну этот раунд уже точно за Мии. Поэтому... Этот раунд уже точно. Ну, Мия выиграла. Все, давайте, да, можете, в принципе, уже все заканчивать. Раунд. Да, в следующий раунд, третий раунд, да? Или нет? Или все же до конца. Ну ладно, давайте доигрывайте. Меня кто-то спалил. Все понятно, Мия. Мия меня шандарахнула. Конечно же, Мия меня видела, где я нахожусь. Конечно же, Мия. Но ты даже не дала Мия раунд начать, Мия. Ну ладно, Мия. И мы с тобой еще в расчете будем, Мия. 30 рублей за голову Мии. Кто принесет мне на блюдечке голову Мии к утке этой? 30 рублей просто на халяву забирает. А можно простой утки? Нет, только... Слушай, ты живодер, какой план простой утки? Мне нужна простая утка. То есть меня убить, это ясно. Мия, ты все неправильно поняла, ты все неправильно поняла. Все ясно. Нет, ты все неправильно поняла, ничего не ясно. Пацаны, да, мы дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от стресса. А кто умер вообще? Я и Алекс Экс. Опа, я опа, случайно. Опа, тихо. Оп, 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 стоп, Мия идет, Мия стреляет, монстр, что будет делать монстр? Монстр в панике, монстр не знает, монстр потеряна. Мия целится в одну точку, Мия сейчас убьет монстр, но монстр так просто не сдается, монстр перезаряжается, монстр стреляет, но кто-то в геймоде, походу, никто никого. Вы что, бессмертный ядрить колотить, монстр, ты что, бессмертный? Монстр бессмертный, монстр, ты в геймоде ядрить колотить. Эдисон, хватит, я сейчас умру, я Мию видел. Так потому что монстр в геймоде. Так нечестно! Монстр, ты что вытворяешь, монстр? Монстр без геймода! Монстр уже без геймода! Что будет делать Мия? Мия не знает! Мия, скорее всего, выиграет! Опа! А вот это нежданчик! А вот это нежданчик только что был! Пойду в окно! Костя, я тебя поздравляю! Костя, как обычно, самый бесполезный человек, но он выиграл! Да блин, я в Мию целился. А, ну, и убила ее в итоге монстр. Все, второй раунд закончен, приступаем к третьему. Слушайте, без этого, в принципе, уже никак. Без этого ни один раунд начин. Ага, ага. А кто умрет-то в итоге, а? После этой стрельбы всей. Ну, меня вряд ли тут кто-то сможет спалить на самом деле. Ну, пока что, потому что я еще даже никуда не вылазил. А кто спрятался в вертолете, алло? Не знаю, но кто-то вертолет. Почему вы спрятались в вертолете с самого начала игры? Туда же можно попасть только через кнопку. На кнопку. Вы нашли кнопку, но кнопка вас не нашла. Поэтому... Я на неё смотрел. Ага. Кто-то вертолет... Нет, это не в вертолете было. Кто-то на крыше небоскреба, вот того, 100-этажного. Видите? Нет. И вот я тоже не вижу. Патрика нельзя. Гениально. Потому что кто видит 100-метровый, не боюсь, идите в жопу. Опа! Да иди ты нахер! Да, конечно, Алекс Экспо, конечно. А вон там вертолёт. Все так говорят, все так могут выразиться. Я видел демона снова. Да ты задолбал. Ну ты реально страшная, очень. Слушай, за такой нет пощечину. Может любого человека пощечину, убить. Пощечину, Мия, дай. Опа, монстр ливнула. Ну нормально, минус один игрок. Не надо, пожалуйста, не надо. Опа, она Константиночка-то такая, Петровичка-то. А чё ты вылезла-то оттуда, Константиночка Петровичечка? Я думал, это Мия была. Конечно, все думали, но никто не выжил. А подожди, то есть осталась тогда только Мия, получается, да? Потому что монстр вылетела. Ясно. А где Мия? Ты чё, хочешь убить свою дочь? Точно, моя, это же моя сводная дочь, или как тебя там зовут? Вообще меня никак не зовут, я никто. Ты стекло сломал! Снег! Слышь! Вылезай, утка! А, тебя не спрашиваю. Утка, не бойся. Это приказ. Опа, монстр вернулась. Опа, монстр опять в игре. Я пожертвую собой. Я прикуту в код и стою, чтобы он стрелял в тебя. Кто? А, ты. Я? Тебя его видел. Да. Я сейчас уже
ничего не считается, сейчас уже ничего не считается. 2-1-0-0-0-0-0-0-0-0. Четвертый раунд, ну, спасибо большое, хватит меня убивать. Вы лучше меня так убиваете в раундах, а не вот так выпендриваете сейчас. Погнали, следующий раунд. Оп! Я знал. Да, еще раз. Да, еще раз давайте. Ну, давайте еще раз. Ладно, черт. Ну что еще раз? Да алло, да хватит уже стрелять. Слушай, а я видел Николая Чкичка Петровичкичка. Зачем? Опа! Алекс Экспонат! Алекс Экспонат! Алекс, Алекс! Ты думал то, что тебя никто не увидит? Опа! Опа, в смысле? Кто убил Мию? Кому 30 рублей на карту отправить? Какая у меня дешевая жизнь. Я... Ну, это условность, это условность. Ну, короче, кто, подожди, кто жив? Алекс Экспонат умер, да? Какой Экспонат? Алекс Экспонат умер. Опа, Мия, мусор, здорово! Ты что хотел? О боже мой. Я стоял за твоей спиной, а. Короче, Константиночка Петровичечка. Проблема в том, Петровка. Петровка, я не знаю, как тебя называть. О, ай, пу-пу-пу-пу-пу, я уже думал, тут кто-то будет, но никого не оказалось. Конечно, я знаю, где Константиночка Петровичечка. Хотя у него самый такой выделяющийся скин, он за Патрика дебил играет, поэтому... Он у нас розовый где-то бегает по карте. Николай, Николай, слушай, ты экспонат, Алекс. Ты он меня оскорбил. Окей, экспонат. Ага. То есть, ага, конечно. Ну да, ну да. Ну так все могут костят. Подожди, так он в вертолете. Чё ты мне врёшь, Мия, то что он не то что он где-то там-то там. Если он в вертолете. Зачем вы меня спалили? Костя, вылезай из вертолета, я же вижу там твою снайперку, а? Костичка, нет, прыгай! Давай, открывай парашют, парашют и прыгай давай вниз, Костя. Братан, продай мне парашют, пожалуйста. Костя, ты будешь вылезать, я же знаю то, что ты в вертолете. Или. Если меня кто-то троллит, если кто-то другой в вертолете просто он выключил невидимость, сейчас снайперка меня там троллит, я не знаю, что я с ним делаю. Костя, вылезай из вертолета. Он убежал уже. Костя! Куда убежал? Что убежал? Из вертолета убежал или куда? Я в дерьме. Ты в вертолете, а не в дерьме. Костя, давай вылезай уже. Ну и там тоже. Подожди. Повсюду. Поймите, для меня вертолет это... Опа. А так, ты где? А так можно было? А вот сейчас опасно. Сейчас опасно, сейчас очень опасная ситуация. Костя, ядрёшкина контора, вылезай давай уже, я знаю, что ты там. Да хватит меня толкать, а. Я тебя видел. Да, ты меня видел. Хватит дурачить микрофон, успокойся. Подождите, мы что, друг друга убили? Нет, это она меня убила. Слушайте, 3-1-0-0-0. Я даже похлопаю. Очень веселая серия получилась. Ну, лично для меня. Мне каждой Константина Петровича нет, потому что... А еще можно раунд? Нет, нельзя. Подождите. Нет, мы давайте сделаем так. Следующая серия снайперов выйдет хоть завтра, если ты прямо сейчас подпишешься на канал. В первую очередь, и что еще нужно сделать, кроме подписки, кто мне скажет? Лайк, коммент, подписки. Лайки нужно, подписки. И я обещаю то, что сразу же завтра выйдет новая серия, хоть и с бонусным раундом, все зависит только от тебя. Я скажу спасибо тебе, я скажу спасибо всем снайперам. Ой, случайно убил кого-то. Всем пока, всем... С прошедшим Новым годом и с наступающим 2020-м. До свидания. Я походу от вас уже наркоманил, который уже с каким 2020-м.